Приветствую вас, дорогие друзья, на своем балконе. И сегодня мы продолжаем эксперимент с огурцами и с помидорами. Сегодня 7-й выпуск и 15 августа. Эксперимент с огурцами уже идет 68 дней. Огурцы у меня трюкач F1. Заявленная длина этих огурцов 9-12 сантиметров. И в диаметре где-то 2 и 2,5. Но вот у меня выросли вот такие вот огурчики. Не дотянуться с моим ростом, не дотянуться до огурчика, но сорвем отсюда. Наверное, можно было бы недельку назад уже сорвать огурчик. Огурчик вот такой вот, 5-6 сантиметров у меня огурчик, диаметр где-то около 3 сантиметров. Но он вот такой вот коротенький, но это балконные огурцы, они адаптированы вот к таким, к такой жизни на балконе, поэтому к такому росту на балконе. И я думаю, что вот они не вырастут больше на моем балконе, но постараюсь еще не срывать огурцы, чтобы они выросли и было понятно, что заявленное на этикетке соответствует тому, что у меня есть. Ну вот, что хочу сказать про свои огурчики. Вот на данный момент вот с этим огурчиком их 10 штук вот таких. Но лиана вот эта развивается. Вот посмотрите, она еще, я ее накручиваю. Здесь вот накручиваю лиану. Есть... есть цветочки и есть уже сформированные огурчики, которые растут. Здесь у меня одна лиана, здесь у меня две лианы, а здесь у меня 3 лианы. Что в итоге? В итоге то, что мои огурцы меньше по длине, диаметр у них, правда, побольше. И заявленное, то, что было заявлено на этикетке, немножко не соответствует тому, что у меня есть. Огурцы, вот я уже сказала, они у меня короче. И сегодня 68-й день. Но первый-то огурец, может быть, к 40, даже к 45 дням он не появился. Не сформировался. Просто еще в зачаточном состоянии был. Так, 68-й день. И огурцы, я считаю, что их уже можно есть. Огурцы сладкие. Мой эксперимент на балконе продолжается. И вот на сегодня я хочу какое-то заключение небольшое сделать по тому видео, которое вот я сегодня рассказываю. Огурцы на балконе, наверное, это интересно. А с другой стороны, стоит ли овчинка выделки? К концу эксперимента, наверное, я все посчитаю, рассчитаю и скажу, стоит ли овчинка выделки. Сам по себе эксперимент, то, что на твоем балконе растет огурец, что ты можешь его сорвать в салат или просто перекусить, разрезать, посолить солью, это вкусно. И это, ты знаешь, что ничем не поливало. В целом, эксперимент на балконе я считаю удачным. Но в отношении целесообразности выращивать или не выращивать, это нужно будет в конце эксперимента, когда моя лиана огуречная, она уже не будет... плодоносить, и этот эксперимент завершится. И я посчитаю, выгодно ли экономически сажать огурцы на балконе. Но как хобби это момент интересный. На сегодня я заканчиваю свое видео, и спасибо, подписывайтесь, я вас очень люблю, и ставьте лайки или дизлайки. Пока-пока.